Копейка 1772 года. Сибирская монета. Именной указ за номером 11983 о хождении новой медной монеты, сделанной в Сибири на Колываново-Воскресенских заводах, во всяких казенных и партикулярных сборах и платежах в одной только сибирской губернии, был подписан императрицей Екатериной II 5 декабря 1763 года. С этого момента в обиход вошли территориальные деньги, исключительно для оборота в Сибирском царстве, от Тары до Камчатки. Выпуск продолжался по 1781 год. На реверсе изображен измененный герб Сибирского царства. Вверху реверса расположена царская корона с пятью лучами. Над ней четырехлистная цветочная розетка. Под царской короной размещен картуш с обоих сторон, поддерживаемый стоящими на задних лапах соболями. На картуше в три строки указан номинал монеты – копейка. Под номиналом прописан год чеканки – 1772. По окружности вдоль канта надпись «Сибирская монета». На аверсе в центре под большой имперской короной вензель императрицы Екатерины II, составленный из стилизованной буквы «Е» и римской цифры 2. Под вензелем буквы «КМ», дословно «Колыванская медь», знак Сузунского монетного двора. Слева полукругом лавровая ветвь. Справа пальмовая ветвь. Внизу ветви перевязаны на узел бантом в единый венок. Гурт шнуровидный с наклоном вправо. Монета изготовлена из меди. Вес монеты 6,6 грамма. Диаметр 23 мм, толщина 1 мм. Чеканили монету на Сузунском монетном дворе, тиражом предположительно 6 050 000 штук. Средняя цена 5 000 рублей. Конкретно эта монета куплена за 1 000 рублей.